Здорово, Симчат. Лутаюсь. Опа. Малая. У меня еще один! На холме! С какой стороны? Okay. Ближе к забору? Саша. Нет. Ну нет, это с какой? Со стороны заправки. Забора. Не забора, заправки. Ну, короче, остановки. Автобусный? Била, все. Господи, все собрала. Да я, блин! Он мне гранаты кидает и пытаюсь от них. Помогаю, бегу. Он дальше где-то. Да. Контейнером там ближе. Там куст по центру, там грянут. Я с вашей стороны. Оба, там. Вот он кидает. О, попал по нему гранатой. Кусты одного убил. Вот это он и был. Показалось, кто-то еще там есть, не уверен. Да-да, надо чекать. Правая будка. Понял. Где-то или зашел в нее, или за. Бил. Хорошо. Еще есть! За контейнерами! За контейнерами на дороге. Сильно дал ему. В контейнерах внутри. Ближе к костру контейнер. Я выхожу. Убил. Все. Я не понял, у меня патроны кончились, походу, блять, не вовремя совсем. Граната чётенько его пометила, так сказать. Он даже вскрикнул там. Пятьдесят первый. Нормальные типы. Чё-то, короче, первый, который в кустах каким-то говном стрелял. МП-7. МП-7, я тут. Слушай, а я практически не прочувствовал. Прямо внутри в старый. Нет, это он внутри в старый стреляет. Прямо в будке. Ну, входа мог выйти. Нет, он внутри. Закрылся там внутри. Друг, там у тебя выхода-то нет. Чувак у нас на ЖД сидит. Да. На ЖД чувак сидит, с нашей стороны, только, ну, ближе к снайперу, поняли, да? В кустах или где там? Прям на ЖД. Ближе к снайперу? Или... Да, на ЖД, который в ту сторону выходит. Нет, к снайперу, который бывает от Люни. Уточняй. Прямо на ЖД, говоришь. Он, наверное, в этом в углу, слышишь, Мэтт сидит? В крысоуглу. Нет, он был за ЖД со стороны АГС. Может быть, уже подошел. Пойдем под размен, даем, выйдем? Да, иду. Я слева от тебя. Я понял. Дам все-таки грену в угол туда. Ушла. Он мертвый. Взорвался, что ли? Ну, походу, да. Твоя РГДшка. Ну, я говорю, в крысоуглу сидит. Дефолтная позиция. У меня не твой ствол, гранаты, очки. Сейчас еще гляну, что-то получше брал. Сколько вы убили, получается? Аня, 2, да? У меня 1. 2, да. И у меня 4, да? Всю карту убили. Хорошо. Взяла глушитель, открутила. Еще и 2. Вот, Аня. Что ты сделала? Блин, сейчас. У тебя микро нет, Аня. А ты мне как делал раньше? Просто посмотри на мое оружие, Мэтт. Что ты сделала с моим мальчиком, как в этом, блин?
в Крестном Отце. Только посмотри, что она с ним сделала, блин. Я понял. Чисто этот, верблюд, блин, двухгорбовый. Блин, я убили. А, у меня патроны закончились, меня убили. Ой-ой. Я внутри, я не понимаю, где он. Че, прижали, прижали, чего, короче. Я зашел с фонариком на первый. Идем. Я справа пошел. Чел сидит, убил меня. Где? У забора, между заблушкой и забором. Рядом с... Стах? Меня скорее сейчас цель полтать. Да, был кустах. Блять, где она прокидывает, сучка? Ранил его. Бот по нему прессует, что ли? Взорвал я одного. Никнейм помнишь его? Миш? Масин? Масин, да? Да, что-то такое. Так, ты где был? Это не ты тут лежишь? Это не ты. А это кто? А, я еще одного взорвал, а двоих взорвал в кустах. Хорошо. Понял. Ну, они, значит, там вдвоем сидели. По-моему, идеально. Просто идеально. Что за издевательство? А, нет, что ты там? Идешь, нет? Кидай. На тебе вот твой калаш. Тихо, тихо. Кто-то прыгал. С стороны шурмы. Ты издеваешься? Я сейчас тебя выстрелю. И парочка магазинов. Я в тебя сейчас выстрелю. Гони нормальный прицел. Просто прицел, что тебе не нравится. Куда побежал? Магазин этот скинул, не вижу. Скинул же, ты что? Потише, можно? Нет. Ты где же там? У моста. Бил двоих. Бегу к вам. Видишь, молчит. Так понравился, так понравился прицел. Подумал, да? Но. Я просто обиделся, не разговариваю. Я тогда обижусь и заберу эту бутылочку Джек Дэниелса у тебя из-под носа. Такое. Леня, что ли? Нет. Или рандомно это прилетело? Лени точно нет? Ну, я не увидел. Я тоже Лени не вижу. Я внутри вас. Нет, ну кто-то стрелял. Ну, определенно. Стреля, только... где, откуда? Только меня видно было под Леню буквально и все. И под большую. Но на большой никого. Я в игре. Может, все-таки на большую? Да нет, вроде никого. Там и по таймингам никого не может быть. Мы ж на старые респались. Кто? Сейчас, кто стрелял? Вот он между медичкой где-то или медичкой. А, я понял тогда, это жук один стреляет. Знаешь такого жука? Да. Ну ты, я тоже знаю. Я понял. Аня, умрешь, домой не приходи. Я
там хочешь сказать разведки, Резат? Не, не верю тебе, просто обманываешь. Пока вот не покажешь мне их, не предъявишь. Убилишь. Опа. Бота убили, да. Он зашел под билборд. Не видел. Да-да, прямо от билборда был выстрел. Может быть, вышел. Кольца, кольца. Там грены за кольца. Он прямо справа. За кольцами. Справа ты его не заденешь, грены. Он дал грену нам. Мертвый? Мертвый должен быть. Нет! Еще! Отошел. Там еще один. Я понял, я понял. С нашей стороны или нет? Нет, 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 с твоей. С улицы. Да? Да. Капец, он выживал. Да, согласен. Выживал он прям прилично с АКМа. Я по СМ-ке по нему выжимал. Я угадал. Короче, встану за кольца, но я не закину. Вон он! Я побуду. Кто-то по мне стреляет или что-то. Да, по мне кто-то стреляет. Да бот заживает по мне, я слышу, бот орёт. Мы говорим да твою мать, именно опять, про блин, мультитрансляцию. Опять меня убили, просто, блин, два выстрела в грудь и минус. Ну что за фигня, да. Так. Аня, зря ты, конечно, медичку не пошла. Ничего страшного. Ну, двое раз... Ферма, у тебя просто нет. Я двое разведок забрал. Нашла, блин, с чем. Биткоин ферма, блин. А самогонный аппарат у тебя построен, а? Да ладно. Железную кружку такую дали с самогоном. Она такая, оп, кружку от носа относит, а нос уже красный. Так, как Витсон, блин. По мне! Давай. Да задрал! Лёня, бей её, бей. Чё она понастроит себе биткоин-ферму? Стреляй по ней, давай, 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 стреляй. Стреляй, по ногам стреляй. Смотри, как бьёт метко, почти попал, блин, по Ане. Чё-то он попал. У меня минус броня. Вот купишь себе новую броню за биткоины, которую накрафтил на биткоин-ферме. Да я тебя сейчас убью, с тебя броню сниму. Ясно, короче. Злая. Ты вот смотрела, Аня, последний подкаст Буянова? Нет. Там Буянов говорил, что боты стреляют только по вредным ЧВК. А по дуракам не стреляют, да? Не знаю, там такого не говорили. Ты деньги-то взяла? Вот эти деньги. А чё, твоя биткоин-ферма не майнит тебе деньги, да, на такси? Ай-яй-яй, какая неприятность. Ну биткоинами тогда плати. Дай денег. Сколько тебе надо? Всё, что есть, давай. На. Сейчас рубли мало где принимают, надеюсь, за евро он тебя повезёт. Да хренё, дай денег. Ну вы положили-то вдвоём, блин, я не успею. Сколько тебе надо-то? Пять? Да блин, 5, 6, сколько там? 6 копеек. 6, блин, на еще 1000 там. Какое приятное чувство сейчас на душе, чат. Вы не представляете. А я не могу закинуть. Может, не хватает? Проверь. Сколько надо? Не хватает. Сколько? 250. Господи, вымогательница, блин. 250 ровно. И не рубля больше, блин. Капец, не тиммейт, а непонятно кто, блин. Вот смотри чат на это вот, вообще. Дай пройду, погоди. Жадный, да. В смысле жадный? Началось. У меня там биткоин ферма, у меня дача в Москве, блин. А сама говорит, дай мне денег на такси, блин. Что это вообще за это, блин? Начинается, блин. Разведки? Да какой тут бой? Так, тут возможно, нет. Все равно, что конфетку у ребенка отнять, ну. А может, решать?
Так, я сейчас... Я пока отойду на минутку, короче. Свалила, свалила. Ты смотри, бля. Козявка, бля, такая. Вот такая мышь. Супер легкая, короче. 52 грамма, что ли, она весит. Компании HyperX. Удобная. Ну, она немного вот высоту низковата. А так она очень удобная и легкая. Но я использую все-таки свою. Потому что она беспроводная и как-то более привычно в руке лежит. Она более широкая, что ли, чем эту. Видите? Высоту. Высоту больше. Шире гораздо, чем хайперская. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.